Да, чёрного дюжины детишек растила дома матушка моя. Ровно шесть девчонок, ровно шесть мальчишек, и один чертенок — это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня. Это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Да, я всегда была Пипита дьявола, Пипита дьявола, а дьявола не могу туда мать. Лишь Пипита, но не спит, стыд и спать. Поясок, если бы пай.